В Североостинском госуниверситете прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта «За Россию». На повестку дня вынесли вопросы модернизации здравоохранения. Обсудили парковочные места для инвалидов, говорили о создании эвакуаторов для нетрудоспособных граждан. Одной из важнейших тем обсуждения стало переселение граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день в Северной Осетии по программе строится 12 домов для переселенцев. Для того, чтобы понять, какая категория попала в программу, представители народного фронта общались с людьми и проводили анкетирование. Главная задача Народного фронта – работа над проблемами, волнующими население. В год 70-летия Победы также реализуется проект «Имя героя школе», который нашел понимание и поддержку в республике. В нашей деятельности мы сегодня обозначим то, что сделано нашим региональным отделением, те задачи, которые стояли у нас, и те планы, которые мы определяем для себя в течение этого года. Среди этих планов, конечно, самые резонансные вопросы – это вопросы импортозамещение, это вопросы здравоохранения, это вопросы исполнения указа президента 600-го.